sind, sind das die Messias. Ja, Gott. Ich bin sie, ja, ja. Мы находимся сейчас на студии Monatic Chilibi Sound. Меня зовут Антон Чилиби. С Димой мы познакомились 5 лет назад на одном из шоу телевизионных. Мы там вместе участвовали, а потом шоу закончилось и жизнь разбросала нас. Через пару лет мы с ним встретились, созвонились, потому что был такой момент, когда я только начинал делать звук, делать аранжировки, заниматься продакшеном, это громко сказано. Ну, в общем, остался в Киеве и пытался найти свое дело. Однажды позвонил Диме, как оказалось, позвонил вовремя, предложил ему попробовать вместе что-то порулить. И у нас получилось. Мы все время умудрялись делать то, что мы хотим по звуку. Да, иногда долго мы мучились, иногда еще что-то происходило, но в итоге мы добивались желаемого результата и стараемся радовать слушателей. Что касается подготовки к концерту, она началась, наверное, 2 года назад, не подозревая нами этого. Мы просто делали музыку, а переросло все в концерт. Я вообще то, что когда стал момент такой переломный, когда я хотел себе музыку делать, потом появился Дима Monatic. И я решил, что весь опыт, который я знаю, и частичку своей души музыкальной, как я это все переживаю, я буду вкладывать именно в этот проект. Я чувствую, как мы с Димой становимся единым организмом. Я вот думаю, что мы уже стали давно единым организмом и просто усовершенствуемся, стираем все границы, рамки, стилистики и просто делаем те звуки, которые вдохновляют нас. И мы думаем, эти звуки будут рады слышать и люди. Мы нереально экспериментируем. Даже особенно перед концертом мы очень много экспериментировали, мы даже переделывали песни. Наконец-то Дима услышал то, что я давно ему советовал по поводу живого звука. Мы прописывали живые трубы и вообще много живых инструментов. Нам это нравилось. Классно, что мы вот так вот стали понимать друг друга. Я вообще рад, что я в жизни занимаюсь тем делом, которое мне нравится. И это, как сказал один очень известный человек, что если ты не хочешь всю жизнь работать, просто делай любимое дело, и все. А что касается трудностей, это и трудно, и кайфово в одно и то же время. Я каждый раз испытываю радость, когда вот мы слышим, что зазвучало так, как мы хотели. На самом деле Дима замечательный человек. Он уже наигрывает песню, и я уже в потоке эмоций, которые он передает, я уже слышу, что это должно звучать. И он уже слышит, он делает все акценты, все точки, придумывает грувы, придумывает все обороты. Иногда все приходит во время записи. Мне кажется, не существует плохих стилей музыки каких-то. Не надо делить там рок хороший, хип-хоп плохой. Мне кажется, если музыка фирменная, она в любом направлении будет фирменная. И если эта эмоция человека искренняя изнутри, то чтобы достичь в скобках каких-то высот, просто нужно верить в себя и вообще не ограничиваться ничем. И делать это от души. Тогда все получится. А мы в любовь упали, когда бит ударил. Поднимаюсь выше каждый час. Роняли память, забывали поднять. Да могли замять все, что ранит нас. Там мили волны. Становились ли в него унисон нас, не поймали.
Вот это Monatic Chilibi Sound. Потому что если танцы — это дети, то музыка — это мама. И вот мама как раз находится вот здесь. Вот здесь создается вся музыка, к Monatic звучит, и вообще и первый альбом, и второй, который сейчас будет выходить. Все-все мы делаем с Антоном здесь, поэтому вот он, корень. Спасибо всем лично Капу, что сегодня нашел время, посетил наши поиски и проявил желание быть частью того, что мы придумали. У нас есть классная идея, которую мы вот живем уже несколько месяцев, и мы поняли, пришли к тому, что нам еще нужны люди, талантливые, яркие, которые смогут нам помочь эту идею воплотить в жизнь. И я уверен, что вот эти люди, они сегодня среди вас. Скажи, что тоже в жизни проходил много кастингов, и всей душой я их ненавижу. Но это нужно было для меня, потому что это классный опыт, это общение, это новое знакомство. Я уверен, вы сегодня хорошо проведете время. Часто отказывали много раз, много кастингов было в моей жизни. И я начал это проходить только тогда, когда понял, что все это дело не только в танцах и в каких-то автоматических движениях. Есть дело личности. Мы ищем личности. Поэтому поймите, мы заглядываем не только в ваши движения. Танцы — это классно. Классные танцы — это еще лучше. Но глаза. Лично я буду заглядывать вам прямо в глаза, потому что мы ищем то, что у вас внутри. Вы идете сейчас на роль артистов, не танцоров, а артистов. Артист — это человек, который должен место на сцене заслужить. Вы те, кто хозяева, и к вам приходят гости, должны давать этому отчет. Поэтому мы очень уверены в себе, которые верят в себя, тем самым вселяют веру в нас, весь коллектив. Поверьте, мы очень тепло и радужно примем тех, кто сегодня к нам поступит.
Как мы с тобой в лучшем свете крылья открыли, ай да помечтай. Только бы эти сплетни не проснулись, не мешали нам. Пока мы в самом лучшем свете крылья открыли, ай да помечтай. Про попкорн. Меня зовут Настя. Я с Димкой работаю очень давно, уже скоро будет года 3, наверное. Готовимся мы уже целый месяц к этому концерту, так как вынашиваем маленького ребеночка все дружно. Большое спасибо нашим хореографам. Это Денис Стульников и Руслан Махов. Если бы не они, не было бы таких прекрасных номеров. Спасибо им за то, что они нас терпят. Все-таки 6 девочек в одном коллективе – это ого-го. У нас клевая команда девчонок, и каждая, мне кажется, по-своему уникальна. Это вот у каждого есть какая-то своя изюминка. Допустим, Ирка у нас очень круто танцует контемп. Она нереальная растяжка. У нас есть Янка, у которой отличная попа для тверка. Маринка у нас супер секси. Ну, я больше танцую хип-хоп, хаус. У нас Машка клево раздает по вогу, вакингу. Тоже умничка. И Каринка, не знаю, Каринка у нас универсальная, наверное, она все танцует. Так что команда, девчонок собралась сильная. Марина Моисеева. Мы вот готовимся к сольному концерту Димы Монатика. Я танцую с Димой с самого начала, очень уже долго. Мы для этого концерта сделали кастинг, набрали много-много людей, аж целых 6. Это классные девчонки, очень приятно с ними работать. Очень клевые ребята, очень классные наши хореографы. Они работают, выжимают себя вообще на полную. Каждый в этой команде отдается на 100%. Для каждой девчонки из нас все очень важно, все щепетильные, ответственные. Это очень ценно. Еще нам лично сложно было, что у нас совмещалась и подготовка к концерту, и разные гастроли. Надо все время переключаться. Новый материал, старый материал, опять новый материал, опять старый материал. Но, в принципе, мы все справились. Вот у нас сейчас финальные штрихи. Все в предвкушении. Конечно, девчонки все работают на износ, но мы уверены, что все будет супер классно. Я попала в этот чудесный коллектив. На самом деле очень рада. Было все очень круто, было очень атмосферно, было все нереально творчески. Сложно, наверное, скажу, что может быть все, сам процесс сложен, да, когда ты что-то ставишь, когда ты учишь. Но на самом деле это, от этого получаешь удовольствие. Приятно работать в такой команде, когда все работает как часики. Ты знаешь, к кому обратиться, куда пойти. Каждый знает свое место, каждому там, Эдик нам всегда там носит водичку, кто-то нам помогает. У нас попались очень классные хореографы-постановщики Руслан и Денис,
которые в нас тоже очень много вкладывали, с ними было безумно приятно работать. Этим проектом я себя реализовываю как танцовщица, как артистка. Очень приятно работать с действительно профессионалами, приятно работать с хорошими артистами, которые несут действительно качественное творчество, классные песни, под них классно танцевать. Очень круто работать, когда тебе нравятся песни, нравится исполнитель, нравится команда, нравится абсолютно все, нравятся девочки, с которыми мы работаем каждый день в поте лица, тренируемся. Меня зовут Лысенко Ирина. Я пришла на кастинг, вообще даже не ожидала, что я могу попасть, так как я больше занималась стилем бальным, это мой основной стиль, стилем contemporary. И другие стили, как хип-хоп, джаз-фанк, мне не так близки, и мне было сложно и на кастинге учить. Честно, я даже не ожидала, что я могу попасть, до последнего момента не верила. Сам процесс подготовки лично для меня был очень сложный, так как для меня это, в принципе, новые стили. Я не сдавалась. По максимуму тренировалась, дома сама отрабатывала. Девчонки все классные, они мне очень помогали. Если я просила какой-то помощи мне помочь, они отдельно со мной собирались, приходили в зал, мне все показывали. Мы все очень классные. Я попала с помощью кастинга на этот прекрасный, грандиозный концерт. Кастинг был тяжелый, поскольку хореография была не из легких, но я с ней справилась. Конечно, было сложно именно физически и морально тоже, но я переборола всеми силами. Я сделала это, я попала в этот прекрасный коллектив. Поначалу было сложно, конечно, потому что все девочки для меня были новые, и я с ними почти была не знакома, но потом, когда мы начали плотно работать, я как бы почувствовала себя уже более комфортно и, наверное, просто больше сплотились, поэтому я не волнуюсь, мне очень нравится с ними работать, с Димой тоже работать, Руслан Махов, он вообще очень классный, и Денис Стульников тоже хороший, он очень требовательный, но это, наоборот, меня закаляет. Мы вместе, мы сила, мы все сделаем, будет очень круто. Меня зовут Дима Щебет. Расскажу немножко о периоде подготовки. Во-первых, период был довольно-таки долгий и очень трудоемкий. Дима всегда отличался особым трудолюбием, мы не первый день с ним знакомы. Ко мне он обратился как к человеку, который обязательно бы смог в своем, так сказать, ремесле помочь, сделать где-то трюк, где-то что-то станцевать. Я думаю, зрителей ждет нечто неординарное, новое, такое фреш-представление. Удивим каждого и вдохновим, надеюсь. Всем большой удачи и всем большой удачи. Меня зовут Андрей Сидорко. Как я попал к Монатику, это было очень неожиданно. Я работал с другим проектом, там, где работал Денис Стульников. Подошел и говорит: Андрюха, не хочешь выступить? Я говорю: конечно, да. Конечно, да. И для меня это было... Я даже плохо спал, думал о всем этом. Как я увидел, как Дима работает, это, конечно, очень круто. Там нужно брать пример. Я очень вдохновлен им. Я не брейкерский танцор, не бибой. И выучить бибойский синхрон я на следующий день не мог нормально ходить от гриппатуры. Круто, все круто. Я вдохновлен. Будет жарко на концерте. Yeah.
Руслан Махов, я один из хореографов, которые были на этом грандиозном проекте. Эмоции переполняют, потому что когда все-таки твое детище появляется на суд зрителя, это очень волнительно и очень важно. Процесс был не самый легкий, потому что программа очень сложная, очень танцевальная для Димы, и для нас, и для всего балета, и для всех служб. Но было по эмоциональному состоянию, что самое важное, было очень круто. И для меня большая честь работать с таким артистом, который вдохновляет, который окрыляет, который дает почву для того, чтобы развиваться. Я это очень ценю всю нашу команду. И надеюсь, что у нас будет крутой тандем, который будет создаваться, захватывать все вокруг. Дворец спорта, олимпийский и мировой рынок. Спасибо. Привет, я Денис, хореограф шоу Димы Монатика «Монатик звучит». Самая большая сложность, как мне кажется, при подготовке любого проекта – это время, которого катастрофически не хватает. В нашем случае его очень не хватало, но из-за того, что команда собралась духом, и из-за того, что хорошая команда, мы как-то все друг друга подстраховывали, брали на себя иногда чужие обязанности, отдавали свои обязанности, чтобы подстраховать. И я очень благодарен нашим девочкам-танцовщицам, которые очень много перерабатывали, потому что когда мы с ними договаривались, мы говорили, что мы все хорошо, все успеваем, что нам нужно столько-то и столько-то времени на подготовку, они согласились на это время. В итоге на репетиции мы потратили, наверное, раза в два больше, чем планировалось. Для меня это был первый проект, на котором я уже выступил в качестве режиссера. Я не могу сказать, что я был режиссером шоу, потому что режиссировали вместе с Димой Монатиком, помогал нам режиссировать Руслан Махов, помогал режиссировать частично Рас Голубков по виджеингу. Все участвовали в разработке. Я очень рад этому опыту, очень рад тому, что это свершилось. Я очень много почерпнул из этого проекта. И без друг друга мы бы ничего не смогли сделать. Спасибо команде. Я Голубков Тарас, режиссер, участвовал в проекте по созданию этого концерта замечательного. С Димой знакомы давно, сотрудничали на съемках клипа. В данном концерте, в этом прекрасном мероприятии, принимал участие в креативной части и также во всем видеомедийном оформлении. Надеюсь, что вам всем это понравилось, потому что лично мне очень. Я доволен результатом и доволен тем, что мы сделали. Я видел много счастливых взглядов, улыбок и писков. И это самая большая похвала и благодарность за все наши труды. И, конечно же, вся наша команда просто бомба. Здравствуйте. Меня зовут Юла, для близких можно просто Юля. Я пиар-директор компании Юла, вот в частности пиар-директор Монатика. Работаем мы с Димой с сентября прошлого года, и этот концерт – это своеобразный такой итог не только Диминой работы очень большой, но и нашей совместной работы, потому как все мы трудились на одно дело и очень переживаем. Не скажу, что этот год был тяжелым, потому что он был такой творческий. Мы все находились в поиске, в эйфории и первые успехи. Сейчас вот по истечению года сотрудничества я вот очень рада тому, что получается. Хочу от себя добавить очень важную вещь, что несмотря бесспорно на Димин талант, на харизматичность, есть одна штука, которая делает его особенным. Это большая его человечность. И Дима – человек с большой буквы, а у хороших людей все всегда хорошо. Он невероятный, он человечный, он душевный, он переживательный. Таких людей в шоу-бизнесе нет. Есть такая интересная штука, что когда мы познакомились, я ему говорю: «Дим, ну как ты собираешься с таким характером, с таким дружелюбным потоком идей и с таким хорошим характером пробиваться в шоу-бизнес? Тебе нужно быть жестче, тебе нужно быть как-то наглее, что ли?» Теперь я очень рада, что он такой, как он есть, потому что я у него сама многому научилась. Концерт «Монатик звучит» — это очередной подвод итогов и очередная ступенька ввысь. Желаю, чтобы таких ступенек было очень много. Будь собой, будь добрый, честный, справедливый и только вперед.
Разрешите вам кое-что сказать, прежде чем мы выйдем на эту сцену. Во-первых, классно, что судьба удостоила нас чести сегодня работать на сцене. Это всегда большая радость и честь. Для меня лично очень огромное удовольствие, что у нас такая большая команда сегодня. Это действительно круто. И, ну, это, наверное, то, о чем я очень давно мечтал. Как классно, что каждый из вас — это часть моей мечты. И я надеюсь, что и я каким-то образом в вашу мечту попал. Вы огромные молодцы. Я счастлив тому дню, когда произошел кастинг набора танцоров, потому что кастинг невероятный. Благодарен всем и каждому, кто прикоснулся к этому вечеру, который сейчас должен произойти. Потому что, ребят, вы реально бесценны для нас. Вы — это часть всего, и без вас бы ничего этого не было. Просто знайте, что мы с трепетом относимся к каждому из вас. Верим в каждого из вас. Я чувствую себя уверенно благодаря вам. Давайте порадуем людей, которые в нас верят. Давайте сделаем так, чтобы они реально круто провели время, зарядились и с пользой провели это время. Не надо себя мучить, все будет.